Приветствую вас, земляне. С вами Сенсей. Давайте продолжим игру Эрика. Часть вторая. Постараюсь закончить ее. Она вроде не очень длинная игрушка. Посмотрим кино. Фильм, игра. Но не забывайте заходить на мой канал. Подписывайтесь. Поддержите каналы. Большая благодарность всем, кто заходит. А кто подписывается, огромное. Игра вся кривая до безумия. Пришлось убрать всю настройку улучшения графики. Скучала. Вы мертвы? Пока нет. В отличие от инспектора и остальных. Стейнбек, Джахар. Они были заодно. Тебя я не трону. Зачем вы это делаете? Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Не подходите. Твой отец сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать, он предал тебя. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? Но есть другой. Прямо перед тобой. Ну чё там, чё показываете? Я ни черта не вижу, блядь, потёмки. Игру никак не настроишь, ни яркость, ничего вообще замки не сделать. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. В лесу, по дороге к Дельфам, есть старая ферма. Я буду там. А зачем она метилась-то в нее, я не могу понять. Если она хочет ей помочь, зачем она тогда метилась в нее? Приходи одна. Подругу, может, возьму я? Опять глючит ее, значит, похоже. Нужно было остаться. Никаких чужаков. Просто пациентка решила украсть лекарства. Которая? Тоби Нейман. Ей это не впервой. Ничего удивительного. Какие-то обрубки, обрывки. Я не могу понять, что это. Я опять приснилась или в самом деле это инспектора-то убили или нет. Ты как? Я могу чем-то помочь? Все нормально. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. Я не чувствую себя в безопасности. Тихо. Тихо. Баю, баюшки, баю. Давай покачай ее. Ну, в смысле, в хорошем смысле слова. Что это за поцелуй? Она малолетка. Что это за намеки такие, да? В детском игре, блин. Она точно ничего не сказала. Ничего полезного для нас.
Нет. Ничего. Если что, я внизу. Должны гибнуть. Все это может положить конец моей работе. А это дело всей моей жизни. Это понятно? А что конкретно вы делаете? Тормоза пропали сразу, как я убрал настройку. Просто делай свою работу. Присматривай за Эрикой. Ну такая муть, вообще я ничего не вижу. Ясно? Даже в очках. Как положено. Это понятно? Зарался. Чердак что-то опять полез. Черта не видать. И ничего сделать не могу. Нет настроек вообще никаких. Сейчас тут что-то фильмы все такие стали делать говенные. Особенно звук слабый. Переводчиков. Музыка орет. Как ненормально. Перевод не слыхать. Вот сейчас так делают, блядь, фильмы. Новинки. Все новинки вот эти последние за 3-5 лет. Такие вот, да. Музыка громыхает, ничего не слыхать. Особенно русские вообще это сериалы, блядь, это вообще, блядь. Музыковедом надо быть, вообще вот это все говно смотреть. Че такое, не пойму? Ну, давай, че, иди, иди, красавчик. Днем пограничника всех, кто этого касается. И мужчины, и женщины. С праздником вас. Всех благ. Ну чего опять? Чего ты? Че ты там делать-то? Где она ползает, я не могу понять, какие-то урывки показывают на каком-то чердаке, и теперь уже оранжерея какая-то. Куда-то она заперлась. Девка-то, как ее, кстати, Эрика зовут? Ничего я не перепил. Такие фильмы хорошо спать. Интересно узнать, в чем вообще разгадка-то этой хрени. Что такое вообще, хочется узнать. Чего тут, в чем секрет-то? Конечно, если бы она была часов на 5, я бы, конечно, не стал бы вообще ее. Вроде как бы за час должно пройти. Может, на 3 серии получится. Посмотрим, что.
Ух ты, это кинотеатр, это театр. Как Буратино. Она открыла ключом волшебным дверь и в театр зашла. Нет, это какой-то зал со свечками. Я думал, театр. Мини-студия. Что это за пузырьки? Непонятно. Давай хлопочнем. Что это такое? Да что ты, блин, какие-то монстряги везде шарохаются. Она, я не пойму. Опять. Идем со мной. Да пошла ты нахер, блин, обезьяна. Я говорю, что-то опять она слуху сбилась. А, вот сейчас может и съесть. Пойдешь на это? Или поможешь мне? Все равно сейчас, все равно надо пойти будет. Мы убьем Люсьена. Потому что отказываться бесполезно. Как там до этого я отказывался несколько раз, и все равно. Я с вами. Кем с вами? Чего? Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. Что вы сделали? Как я сюда попала? По мне, так бредятина какая-то. Он испытал это на твоей матери. Я, конечно, не ждал ничего такого серьезного, но вообще какая-то бредятина. Ты сделаешь, что скажут. Эта жидкость превратила нас в его рабы. Квасочек. Матрешка квас предлагает, а он отказывается. Похоже на это. Что это за кони в яблоках? Не могу понять.
ее. Все. Тебе ведь это знакомо. Причем развеска мне интересна, вот что. Я умираю. Сколько вам осталось? Это не важно. Я чудовище. Я это заслужил. Отметина твоей мать. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем он ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. Даже не слышит, что говорят. Музыка эта вонючая, блядь. Он был одним из них. И так все фильмы сейчас. Смотри сама. 5-1 как берешь фильм, скачиваешь там или покупаешь, и все, блядь, невозможно. Музыка просто глушит нахуй все. Две колонки еще нормально. Твой отец убедил Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее и менять его. Вот зачем им твоя мать. Твоя мать жива, но она слабеет. А без нее они слепы. Мы застанем их врасплох. Пойдем и убьем всех. Мы остановим их. Мы освободим ее. Перережь провод. Я так и не понял, куда они привели, где она, какой-то, куда они зал... Ой, вообще не могу ничего понять. Где она лазит вообще? То ли в лесу в каком-то, оставь то ли... себе, пригодится. Пойдем, надерем задницу, как туда. Обычно американцы. Какие-нибудь головоломочки вы делали, еще что-то, я не знаю, какую-то дрянь придумали. Вот раньше игры были, фильмы, да, там драки, я помню, прям живьем как будто мир запретили. Видимо, запечатали. За мной. Есть кого-то у Хайдакова, ничего себе матрешка. Блин, темнота, да еще не настраивается ничего. Он поднимет тревогу. Помогите.
я не буду убивать ее. Сама рубимся. Кто вот сейчас убил? Она или... или кобыла? Вот они пришли опять в этот отель, что ли? Крышу едет, похоже, блядь. Все кто? Нас заметят. Нужно вырубить свет. Давай пистолет я выберу. Отведи меня к тайной. Вот вам и ствол. У нас мало времени. Вот и пистолет. Чуть она не поцеловалась с этим инспектором, и тут сразу такие заморочки. Она, похоже, вообще одна, мне кажется. Глючит ее. Упилась какой-то хрень, она вообще. Господи, я везде тебя ищу. Где ты пропадала? Уходите. Она здесь. Все хорошо. Тут никого нет. Только мы с тобой. Сейчас она тебе. Любовничку убила. Он ей нравился вообще. Мы его убили. Ни черта не слыхать. Как вот те, которые вот ставят эти вещи, они ничего не проверяют? Освободи свою мать. Хорошо, субтитры я включу. Сделай это любой ценой. Иди убей всех. Возьми. Пообещай. Если придется, не трусь. Отказывать в этой игре нет смысла. А то еще ее завалит. Опять эти печати. Все двери с печатями тут. А куда они вот прошли-то, я не могу понять. Они были в этой фойе. Куда-то пролезли. В подвал какой-то. В ее глазах убивают, и она поливать ей. Сюда нельзя. Разбудите ее. Тебя ищут? В саду. Тихо, матрешка, мы на взводе. Мне кажется, ты больна. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. Придумайте что-нибудь. Когда мы извлечем трубки, у нее начнутся судороги. Но я введу ей эпинефрин. Он в шкафу. Да сейчас она тебя обтяпает. Нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирсти, беги! Я знаю, здесь опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки. Это девка Тоби-то. Что она сделает? Она трубки вытащила. Она в этом как свинья в бисине. Так, что она там сказала, я не понял. Сейчас я убью ее, чувствуется.
тыкаю ей в сердце быстрее. Где сердце-то? Чего это показывает? Я не могу понять. А, взорвать надо. Может быть, сама бы нажала это без меня. Я там по-английски раз прочитаю, что там какое. Я и не помню, что она там лопотала-то. Все, я же сказал, делаю. Задвинули девку. Все, закрывай глаза ее. Мне так жаль. Нет. Ты ее убила. Конечно. Что я могла сделать? Все, побежал куда-то. Все зачеркнулся. Стреляй ему, эти плешни. Вот он. Второй черт. Ну, рассказывай. Что случилось? Что случилось? Это я. Ты ли? Пожалуйста. Опусти пистолет. Давайте его завалим. Мы с тобой во всем разберемся. Обещаю. Да нет уж, я сорвалась. Давай поговорим. Отдайте мне медальон. Эрика, милая. Ты же бредишь. Конечно, давно. Пожалуйста, успокойся. Ты меня пугаешь. Думаю, ты больна. Тебе чего необходимо... такое? Вот эти слова, чем мне ничего не дают. Мне. Я знаю, моя мама у вас. Она здесь, за дверью. Твоя мать. Ну, открой, покажи ей, и все, что это. Опасно. И даже не представляешь, насколько. Чего ты нажимать, я не могу понять. Фрески, зеркала, что так? Когда я смотрю в зеркало, в отражении я в крови. Ты ни в чем не виновата, Эрика. Я с тобой. О, Боже, что ты наделала? Я знаю, что видела. Я знаю правду. Ты больна, Эрика. Яд. Твой разум отравлен. Очень давно. Больная. Ну ладно, она больная. Хорошо. С чего тут убивает? Да черт, мне его рожа сразу не понравилась. Пусть мочи пистолет. Его нахер. Мия Грин мертва, Эрика. Все это только в твоей голове. Так, мы поступим плохо. Поэтому мы завалим его. Тут как обычно в этих играх, если плохо поступаешь, значит хорошо. Все, завалим. Все равно она несовершеннолетняя. Скорее всего. Не поймешь, сколько ей тут лет. Что, наверное, 18 точно нет. Лет 17, 16.
Вот медальон. Все, погнали наш городок. Сейчас всех на жопу вас посадим. Ствол-то не забыла. Ну, козел соврал мне, вы видели? Ублюдок ты этот. Дай медальон, а он ни хрена не дает. Ты че, больно говорит? А медальон-то как раз у него. Пока мы идем на верном пути, наверное. Опять. Раз. О, с первого раза зажглась. Ах ты, мама дорогая. Зажигалку чини. Что надо делать? Держи, сейчас дует ее. Да, раньше. Были времена, эти зажигалки были на вес золота. Там, кого увидишь такой счет. Вообще бешеные деньги, по-моему, стоили, насколько я помню. Справлять их. Отратились они. Бензин вообще в лед. Три раза зажег и пустой баллон. Че надо-то? Ну, подделки, конечно. Че там? Вата какая-то была набита, я помню. А не то, что надо. Ну, че такое? Все. Долго ты возишься, ты с этой лампой ковыряться будем сейчас полдня, блин. Давай бери и пошли домой, к маме. Я что-то сделал, блин. Я бросил куда-то, видать. Я хотел перемотать добрый, блин. Что ты сделаешь, чтобы перемотать? Ускорить. Гамотина, давайте быстрее. Чего она там сожгла? Что-то непонятно. Что там за дрянь-то была? Стена какая-то, что ли? Что за хренотень? Какая-то грязная. Это она, что ли? Какая-то грязная. Такое, блин, не пойму. Остановиться или выбросить, что ли? Че, я не пойму. Как я бросил ее? Как я ее бросил? Вот так сделал. А вниз я делал ничего не сделал. Че она жгет? Она подожгла вообще, наверное, весь этот дом. Курица-то это. Смотрите. Весь этот отель сожгла нахер. Все, конец истории. Там несколько вроде этих концов. Вот такие вот дела, ребяткина. Спасибо. Спасибо, да. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.